Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение вносятся следующие кандидатуры. Марков Марат Сергеевич представляется на вакантную должность министра информации. Павлюченко Наталья Викторовна представляется на вакантную должность министра труда и социальной защиты. Малунов Сергей Петрович представляется на вакантную должность чрезвычайного полномочного посла Республики Беларусь Кыргызской Республики. Кохан Александр Васильевич представляется на должность помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Минской области. Илуцкий Игорь Владимирович представляется на должность председателя правления закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал». Что сподвигло руководителя нашего ОНТ-канала поменять профессию? Ну, это одно не... дело работать там, где ты уже как рыба в воде, другое дело на чиновничью работу перейти, хоть и серьезную. На самом деле, Александр Григорьевич, как вы говорите, время выбрало нас, наверное, сегодня время выбрало его на этой должности. То есть вы у него не спрашивая предлагаете его назначить? Нет, мы с ним проводили собеседование, достаточно, у нас искренне были открытые разговоры, и у меня лично, и у Владимира Борисовича. Это решение было не одного дня, время было и подумать. Сегодня более авторитетного человека в информационной среде, это лучший кандидат на сегодняшний момент. А время такое, что лучший должен руководить. Марат Сергеевич, так вы сами приняли решение или все-таки вас поддавили серьезно? Присаживайтесь что-то. Александр Григорьевич, я прекрасно понимаю, что время достаточно серьезное. Работа на телеканале выстроена за 7 лет. Ну а кто будет интервьюировать самых серьезных людей? Дело в том, что прецеденты в истории были, когда министры вели программу. Министерство – это будет твоя основная должность. Безусловно. А дальше я буду только рад, если ты будешь справляться и будешь вести свою передачу, но не в ущерб основной работе. Основная работа – это главное, и там действительно есть масса вопросов, тем более, что в преддверии выборов надо будет выстраивать и новые медиа, и благодаря тем решениям, которые вы приняли по 66-му и 131-му указу, на сегодняшний день возможности у телеканалов есть, но эти возможности надо наращивать и расширять, потому что так и иначе. За возможности вы ответите головой, там деньги немало, и безусловно, вы должны продолжить те программы, которые вы наметили. Министерство окажет максимальное содействие. Нет, это ты будешь за это отвечать. За деньги и за результат, за новые программы и прочее. Оказывать помощь тут не надо. За это надо отвечать и подключать всех, кого вы сочтете нужным. Так и будет. И ОНТ, и СТВ, и Первый канал. 1 сентября у вас дальше уже некуда. У вас должно быть и студия хорошая для телевизионщиков проконтролировать. Главное – деньги, финансы. Вы их должны держать в руках и каждому давать по копейке туда, куда надо, направляя. Это главное для меня. Но организационно немножко поможете, и они же должны шевелиться, и перцов прежде всего. Будем считать, что фундамент вы создали в своей жизни, и в государстве это видно, и работая на средствах массовой информации. Но дальше будем потихоньку выстраивать стены, основное здание. То есть если программа не будет мешать основной работе? Нет, это я буду только приветствовать. Но желательно, чтобы уходя подготовили замену еще лучшую, желательно. Поэтому готовь, чтобы не отвлекался, будешь курировать. Ну, где-то подключишься, приведешь с кем-то интервью. Но у тебя должна быть хорошая замена. Когда она будет? Постарайся, чтобы она была. Потому что все-таки это отвлечение. Выдать хороший материал непросто, тем более ты молодец. Готовишься, я же вижу, и глубину. Задаешь вопрос, ты его знаешь. И смотришь в глубину, и интуитивно понимаешь некоторые вещи. А в это надо вживаться. Надо готовить крепких людей, чтобы была достойная замена, образованных, грамотных. Будешь помогать потихоньку, потому что это уже бирка, кто бы там ни работал, Маркова, останется навсегда у него. Это спасибо. Твой бренд, если можно так сказать. Поэтому я уже думал об этом, что работая министром, как же там, потому что программа неплохая. Спасибо, Александр. Будем поддерживать в этом плане, это будет неплохо. Я вообще настаиваю на том, чтобы руководитель, вот придет туда Луцкий. Ну, хотелось бы, чтобы он привнес что-то свое. Он телевизионщик хороший, он в СМИ хорошо разбирается, подготовленный человек. Но он должен стать узнаваемым. Я знаю, что предлагались другие кандидатуры и неплохих журналистов. Но я просто их пожалел.
мы можем их угробить, понимаешь? Тут же, что ты же работал в госструктурах, знаешь эти все подходы, он тоже работал, авторитетный человек. Вот он придет завтра в коллектив, а журналисты, они же такие, а к нему претензий не предъявишь, Аксакал пришел, дальше пусть добавляет. Дальше уже его будет коллектив оценивать, и здесь тоже, по тому, как он будет работать. А так у него авторитет хороший. Тех ребят, которых предлагали, и ты тоже, может быть, я боюсь их просто потерять. Они не чиновники, они хорошие журналисты, они коллектив знают, все это так. Но они, тут же все-таки руководителем надо быть. И канал непростой. Он уже зарекомендовал себя прилично, поэтому любая ошибка будет замечена зрителями, населением. Ну, не говоря уже о администрации президента и так далее. Поэтому только это, не потому что они плохие. Они хорошие журналисты, я говорю, что боюсь их потерять просто в этом плане. Но их надо иметь в виду. Их надо смотреть, где они могут двигаться. Все-таки карьерный рост – это немаловажное значение. Задача понятна. Министерство труда. Ну, я по телевидению ее видел и... Пару раз я видел Костевич, я думал, ну, а есть там в министерстве замена или нет, или со стороны надо приглашать. Но все-таки остановился на том, что есть заместитель, женщина, это немаловажно. На этом министерстве неплохо, что будет женщина, потому что она душевнее, а там людей таких хватает. Ну и профессионал, она все знает. С Министерства финансов ее специально в свое время туда и отрядили. Да, поэтому сейчас надо быть хорошим руководителем. Легко не будет. Но и не разбрасываться льготами и разными привилегиями. Вы в своей прежней работе знаете, что лишних денег не бывает. Деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Не секрет, что у нас много семей многодетных, кого вообще к рублю подпускать нельзя. И эти деньги до детей не доходят, они их пропивают или еще как-то. Поэтому надо выработать систему, чтобы поддерживая многодетных, а мы будем их поддерживать. Это вопрос номер один для нас, я уже говорил. И по жилью и так далее. Мы должны... барьер этот установить и критерии, как донести деньги до детей. Поэтому нам надо очень аккуратно, неформально относиться к этим вопросам, чтобы деньги получали те, кому они предназначены. Что касается Кыргызстана, ну, я не думаю, что у тебя там будут какие-то проблемы. Будут, скажи. У нас блестящие отношения со всеми руководителями в Кыргызстане, с влиятельными людьми там. Надо определиться, по каким направлениям мы будем с ними сотрудничать. Как я часто говорю, в советские времена мы часто у них закупали семена для свеклы. Вот у нас семена трудно было произвести, мы у них закупали. Ну, если это так, и мы не можем, почему не поддерживать этот контакт? Ну, еще ряд направлений. Они очень заинтересованы с нами работать, от сельского хозяйства до военно-промышленного. Поэтому очень надеюсь, что у вас там не возникнет никаких проблем. Не боишься ты на Минскую область идти? Ну, не сказать, что не боюсь, страшновато, но понимаю, что выполнять задачи, которые вы будете ставить, и которые, я понимаю, обязаны буду. Ну, это глаза и уши президента в этой центральной области. Поэтому доверие, конечно, постараюсь оправдать. Ну, а кто у Петрикова работает будет? С губернатором говорили, он уже подобрал несколько. Заместитель один из кандидатов первых, да. Но имею в виду, что ты же знаешь, что спокойной жизни ж там не будет. Конечно. Я не потому, что война у тебя там рядом реже стала бы. Нет, не поэтому. Дело не в войне. В ближайшее время я чаще буду посещать тот регион Припять. Это... одно из любимейших моих мест, люди там хорошие. Ну, оттуда я начинал свою президентскую деятельность. Первый раз я приехал, люди у меня попросили хлеба. Я у военных взял пекарню, перебросил туда
ваш нынешний район. Вот с этого я начинал. Население Петриковское, оно помнит то, что вы все рассказали. И на самом деле очень-очень благодарны тому вниманию, которое вы уделяли. Сейчас вы живете в раю. Вы даже вспомнить то не можете, что было. Люди, там ни дорог, ничего не было. Люди на сегодняшний день благодарны за Петриков, что вы сделали по вашей, скажем так, инициативе, команде на сегодняшний день. Вот я в Петрикове хочу и побывать. Петриков – это совсем другой город, который был до того. А что касается калийного комбината, ну, работает нормально. В прошлом году добыли более 1 000 000 тонн руды. Но они помогают вам, помогают, как мы договаривались? Помогают. Значит, в этом году мы открыли кабинет компьютерной томографии. До этого был ремонт в роддоме. Поэтому на сегодняшний день есть, по вашему, опять же, поручению, мы производим реконструкцию нашего городского поселка Копоткевичи. И туда тоже подставляет свое плечо Белкали. Поэтому сотрудничество и помощь, конечно, то есть ощутимы. Претензий к ним нет? Нет, нет, наоборот, помощь. Плюс они хозяйство одно взяли, и то, что какие вы поручения давали, договоренности, они на сегодняшний день полностью выполняются. Ну что ж, вы очень подготовленные люди все, практически всех я вас видел в деле, поэтому я только желаю вам успехов. Легко не будет, я сразу вас предупреждаю.